Всем доброго времени суток. Сегодня я готовлю пирог с вишней. У меня вишня замороженная, но вы можете брать и свежую, это не имеет значения. Также нам понадобится 3 яйца, 100 мл масла подсолнечного, 200 грамм сахара, 200 мл молока, вишня, я уже сказала, также 300 грамм муки, ванилин, разрыхлитель и соль. Сейчас я приступаю и взбиваю яйца. Добавляю сахар, также соль и ванилин. Масло, молоко. Добавляю муку и продолжаю дальше вымешивать наше тесто. Тесто получается вот такой консистенции, как густая сметана. Сейчас я его отправляю, вот такая у меня форма. Сверху добавляю вишню и отправляю в разогретую духовку. Достала я пирог с духовки. Где-то он час выпекался. Сверху я еще сделала сахарную пудру. А сейчас хочу показать вам его в разрезе. Вот он получился высокий, пышный, вкусный. Готовьте! Приятного всем аппетита!